Thank you.
В нем красота, там каждый час творятся чудеса. Там вместо ванны океан, вместо ковра леса. И никому не скучно днем, а ночью всем тепло. А вместо стен там у меня прозрачное стекло. Все комнаты оформил друг какого-то времени. И с летом можете шагнуть туда, где спит зима. Hey! Да приходите в гости, милости просим, милости не сюда. Все наносное бросьте, здесь нету места злости. Кто заблудился, тот найдется без труда. Место во вселенной, где сбываются мечты. Там нет обид и за собой никто не жжет мосты. Там нечего терять и все возможно обрести. И все, что любишь, можешь там для вечности спасти. Когда молчат слова и не спешит рассвет, теряя голоса блуждающих планет, я разведу огонь, он пламенет в ночи. Эхом закричит, да приходите в гости, милости просим, милости не сюда. Здесь нету места злости. Кто заблудился, тот найдется без труда. Тот найдется без куда. Да приходи.
Заходите в гости. Ну и еще песня, мне кажется, она очень в летнем таком настроении. И очень надеюсь, что она вам всем понравится. Это сигнал по каналу, отсюда по счетам. Па-па-па-па, удар по металлу.
по сигналам, по каналам, хочу ты по расчетам. Ба-ба-ба-ба, удар по металлу, неделю ты перелеты. Миллионники радары рассыпались как мело. Ба-ба-ба, пособные Петропавловские Камчатки. С небом я буду летать по тебе.
What do you feel inside?
Медитация. Все. Мы знаем, что смеется. Да, Стас? Мне все нравится, все по клубам, а я в медитации. Влюбленная в жизнь, вечно живая и разная. Я буду купаться в своем пространстве. Комната пропитана музыкой и пряностями. Что это за мысли? Откуда эти странности? Тише голос, поменьше мыслей. Просто дышать, просто раствориться. Задаешь вопросы, все время в напряжении. Нет, лучше не делать лишних движений. Мимо пролетают какие-то эмоции. Мне бы не цепляться, ни о чем не беспокоиться. Знаешь, как мне хочется слушать эти батчи. Ты не представляешь, насколько это важно. Вечер, пятница, мне все нравится. Все по кругу, а я. Стой, погоди, пойми, все гораздо глубже, вечно в поиске между вчера.
Песня рождается после искусства жизни. Вася. Ну что ж, еще одна песня. Это песня о том, как зарождается музыка. Вот те люди, которые пишут, наверное, поймут меня сейчас. Но пишут все у нас. Да? Друзья, вы тоже пишете? Поехали. Моя музыка. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Знаете, я хотел бы сейчас, никто не знает из ребят, такой небольшой экспромт, пригласить на сцену моего друга Дмитрия Калинина. Не знаю, что сейчас будет. У меня просто мало друзей, кто играет на трехструнном инструменте. Это один из них. Это Дмитрий. Уже немножко быть в равной, как ты говорится. Давай, завай. Тяжелой, тяжелой категории я возьму. У меня все равно на одну струну больше. Thank you.
Если кому-то понравилось творчество Дмитрия, в YouTube его можно найти как Crazy Balalaika. Сегодня мне очень мало хочется говорить почему-то. Я наговорилась сегодня на дипломе. Как дипломированный специалист, я имею сегодня полное право помолчать и больше попеть.
Тишина FM. Тишина FM. Тишина FM. Тишина FM.
Теперь я знаю, чье соло записать в студии. Последняя на сегодня песня в моем исполнении. Одна, наверное, из самых моих любимых, если так можно сказать. И посвящается она всем людям. Просто всем людям. Ребят, это надо услышать.
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень здорово, что вы сегодня дошли до нас, чтобы нас поддержать. Для меня очень важно присутствовать здесь сейчас. Спасибо большое Максиму Дальбеку и Аспиваларе за то, что мы пригласили меня сегодня. И я хочу вам подарить новую музыку. Хорошей. Первая песня про кофе. Кто-то неосторожно с неба бросает звезды прямо на крыше. Жаль. С кем гуляешь по берегам?
хорошее случилось. Вам хорошо, ребята? Будешь маслом и пастелью рисовать мои движения. Все твои краски в ней столько боли, правды и цвета, что невозможно дышать и не мешать кровь и вино. Но время настанет. Крылом озера, научись дышать.
сегодня для нее наша. Последняя и крайняя, да.
Я на море. Так, я хочу сказать спасибо ребятам за то, что вы меня сегодня поддерживаете. Эта песня очень особенная. Ты пусть я понял тебя.
называемся «Ты в космос». Можно нас найти в интернете «Космос Бенд» любой сценарий.